Здравствуйте! Вот послушал Женю Кулеша. Я когда его слушаю, меня все время заряжает энергией. Спасибо. Такое небольшое стихотворение для нее. Ночник наклонил свою голову, будто уснул. Тихо шепчет камин, и там вдалеке за окном утонул во тьме недоверчивый мир. А мы закрываем глаза, и вот, а мы закрываем глаза, и вот придумали новый цвет, добавили в новый сон. И если мест каких-то еще нет, мы найдем для них дом. Спасибо. Для следующего стихотворения мне нужна девушка. Она у меня как бы есть, но она мне сейчас нужна. Катя, я тебе, короче, читать буду. Сколько не мерь ярдами, тебе не пересечь фьорд. За мной вырастают скалами песков стекловорот. Читай своего Мураками, пряча в голову в книгу. Ложись рано, вставай рано, в сети пытайся накликать меня. Но я уже дальше, полутора метра и вынос мозга, я в самой глубокой чаще. Я между мостом и обью, я между междомети. Я между междомети, без последней цифры. Номер с табличкой в отеле, здесь погибают рифмы. Не смей за мной никуда, я сбежавший Татошка. Эль, алло, стучи каблучками, тук-тук, и ни рожек, ни ножек. Спасибо. Для тех, кто ездит в трамвае, такие есть? Есть? А, вижу. Молодцы. Трамвайные. Улыбаюсь дурацкой, с виду ехидной улыбкой. Это лучшее средство увеличить вокруг пространство. Детям уступает место лишь потому, что однажды станут они стариками в свете последних событий завтра. Если считать количество рук, что прикоснулись к поручням, спинкам сидений, стекол, изгибов трамвая, можно считать, ты причастился. Если веришь в машину, счастливый билет под язык на входе вручает святая. И как тут не улыбаться дурацкой с виду ехидной улыбкой? Ты просветленный, ты космос, ты прима с фильтром. Ты паришь над рельсами, дорогой на остановке вылетаешь солнечным светом залитый. Спасибо. Скоро замерзнет Обь. Это значимое событие в этом городе. Хоть что-то здесь замерзнет. Для рыбаков такое короткое стихотворение. Корабли на Оби в январе не бортом, не ногой, а с ногами было практичнее. Рыбаки на Оби, астронавты сверлом, вероломно врезаются в гордые притчи. 3400 на мотыля, 2500 на червяка. Спасибо.